приехали сдавать машину в ремонт. Машина Nissan Tiida, да? Управление страховой Росгострах. СТО находится по адресу Благодатная, дом 10. Здрасте, а не подскажете, мы на ремонт машину приехали сдавать? Так. Nissan Tiida M584O60. Так, на осмотр, да? То есть получили направление? Да, направление на ремонт мы получили, приехали к вам. Сейчас, минутку, коллегу позову. Nissan Tiida, че? Наша. Пойдемте. Конечно. Фиксируем сдачу машины в ремонт. Это на осмотр. Отказывайтесь принимать ремонт? Да, на осмотр готовы принять. Ремонт пока нет. Почему? Сначала делается осмотр, потом согласование, потом заказчик. Да что? Сначала направление выдается на ремонт. Человек приезжает в ремонт и сдает машину. Через 30 рабочих дней получает. Мы и не сделаем за 30 дней. Не сделаете, да? Не сделаем, сразу говорю. Ясно. Сейчас, по-моему, с страховым компаниям нет проблем же, они, по-моему, деньгами дают. Не знаю, выдали направление. Да там нет проблем с Росгострахом, тем более. Просто с нынешней поставкой бабки деталей не записывали. Да, сейчас страховым компаниям, по-моему, быстрее, выгоднее расплатиться с вами. Ну, да, это логично, да. Ну, но выдали что? Направление, либо ну, предложили какую-то минимальную сумму, случаи, которую так что потерпевшая... Можете прямо их в страховую компанию подписать там соглашение, получить деньги, да и все. А без соглашения? Так а смысл? Смысл, что соглашение... Это уже со страховой компанией. Ну вот, нет, от вас-то нужно либо, чтобы вы приняли ремонт, либо не приняли. Ну, мы можем принять ее на ответственное хранение, как и все, собственно говоря. Да, давайте. Ответственное хранение? Да. Давайте. Давайте. Старик, дальнейшего ремонта, собственно. Да, да, там разберемся. Главное, чтобы приняли. На СТО и срок пойдет. Это ответственное хранение? Срок ремонта. Ну, срок ремонта пойдет. Не ответственное хранение, это не срок ремонта. С момента принятия машины в ремонт. Ремонт, да. Но это ответственное хранение, это не принятие машины в ремонт. Почитайте судебную практику. Понял. Ну, если вам проще интересно. Доехать до страховой компании и разобраться. Так нет, если вы откажете, мы поедем в страховую компанию разбираться. Езжайте в страховую компанию. Хорошо. Вы на письменный отказ какой-то предоставьте. Письменного отказа мы не делаем. Осторожно. Только устно, да, что в предусмотренном законом сроке вы автомобиль не отремонтируете? Ну, мы не отремонтируем в течение 30 дней, я сразу вам заявляю, да. Понятно, и так, в нынешней ситуации запчастей. Все, хорошо.